Охват населения вакцинацией от гриппа увеличился в России в 2,5 раза. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, Всемирная организация здравоохранения в этом году опубликовала актуальные вакцинные штаммы на месяц позже, чем обычно. Тем не менее, отечественные производители разработали вакцину в срок. При этом общий объем ее госзакупок составляет почти 63 миллиона доз, что позволит в нынешнем году привить более 45% населения страны и более 75% групп риска по здоровью.